смотрите программу «Губерния». Вот главные темы выпуска. Избивший в прямом эфире ребенка трэш-блогер задержан. В отношении него возбуждено уголовное дело. Неоднозначная карьера и закат YouTube-звезды. Подробности в нашем эфире. Новые ставки безопасности, пешеходные переходы, перенос остановок. Мы изучили проект реконструкции проспектов Ленина и Шереметьевского. Расскажем некоторые детали, а также где можно посмотреть документы. Чаще машину приходится мыть и прибираться в квартире. Пыльные машины, обувь, подоконники. Последствия посыпки дорог песком. Как решают проблему? Мы посмотрели. С наступлением благоприятных погодных условий сотрудники водоканала начали капитальный ремонт сетей водоотведения бестраншейным методом. Для работы используется специализированная техника – колодезный разрушитель. Как это работает, мы выяснили. Новый ФАП с прежними душевными приемами. У нас фельдшер добросовестный, ответственный, и с любым вопросом мы идем. Мы расскажем, как в Лежневском районе обновились деревенские медпункты и рады ли здесь такой модернизации. Горячая вода есть, ну вообще вода есть. Влюбленный Журден в Ивановском драматическом театре премьера по пьесе Мольера в переводе Булгакова. Первый показ спектакля в спектакле пройдет 8 апреля. А также не пропустите «Опасные леты, отчаянные рыбаки», «Горящий троллейбус» и «Столкновение в Песочневе». Хроника происшествий совсем скоро. Ну а теперь об этих и других событиях более подробно. Здравствуйте. В студии Сергей Веселов. Известный кохомский блогер Дмитрий Серов задержан сотрудниками правоохранительных органов. В отношении него возбуждено уголовное дело. Шоумена, прославившегося шок-контентом, подозревают в истязании ребенка. Серов издевался над несовершеннолетней девочкой в прямом эфире. Подробности этой истории прямо сейчас. Разучила тебя, что ли? Это фрагмент стрима, который Серов устроил на одной из интернет-площадок. Блогер унижает и издевается над ребенком. Возможно, эту экзекуцию он намеревался сделать изюминкой шок-контента, но никто такой подход не оценил. Поскольку подобные действия в отношении ребенка недопустимы, видеозаписью заинтересовались правоохранительные органы. Первым отделом по расследованию важных дел Следственного управления возбуждено уголовное дело по информации и видеозаписям, размещенным в социальных сетях, об истязании совершеннолетнего ребенка. Установлено, что на одном из видео мужчина применяет физическое насилие к своей дочери. В настоящее время он задержан и доставлен сотрудникам полиции в следственный отдел Следственного управления. С ним проводятся следственные действия. Дмитрий Серов приобрел известность 7 лет назад. Он является одним из создателей YouTube-канала «Хочу пожрать». Изначально Серов вместе с автором рассказывали, как приготовить шашлык, запечь мясо и делились другими способами приготовления пищи. Но потом переключились на шок-контент. Они стали помогать бездомным, показывать жизнь социального дна. Блогеры взяли под опеку бездомного дядю Юру, который впоследствии стал одним из главных героев проекта. На средства, полученные от подписчиков и рекламы, приобрели ему жилье. И все же тема кулинарии оставалась сквозной линией шок-контента. Нет, ребят, я отвечаю вам, вкусно выглядит. Еще бы зелени сюда, укропчику, укропчику. И вот сюда можно еще черненькую перочку там. Впрочем, Серов оказался неоднозначной личностью. Несколько лет назад он вступил в публичный конфликт с представителями уголовного мира. Кичился тем, что у него тоже уголовное прошлое. Все это вылилось в новый шок-контент. Блогера нашли и попросили ответить за слова. Тут-то и выяснились подробности его прошлого. Какая у тебя была? 131. Первый раз? Ну, первый раз, да, сидел. 131. Ну-ка, объясни, что это за статья? Ну, это изнасилование. Чтобы люди знали. Свой срок Серов получил, будучи несовершеннолетним. После выхода на свободу других криминальных поступков не совершал, хотя и как блогер вел себя подчас неоднозначно. Например, появлялся перед подписчиками под шофе. А мне говорят, то, что типа я какой-то не такой. Почему они типа хорошие, а я нет? Теперь Дмитрий Серов получил еще один плюс к своей трэш-популярности, который может послужить началом заката карьеры YouTube-звезды.
А сейчас о других происшествиях. За последние сутки в регионе утонули два рыбака. В четверг в Пучерском районе на реке Ячменка у деревни Мехово под лед провалился мужчина. Человек быстро ушел под воду. Сказалась тяжелая экипировка рыболова. Очевидцы вызвали спасателей. Труп мужчины достали из промоины и передали полицейским. Также в четверг спасатели в Юревецком районе нашли тело еще одного рыбака, который днем ранее был объявлен пропавшим без вести. Мужчина провалился под лед на Горьковском водохранилище в 200 метрах от берега. Он передвигался на мотобуксировщике. Это произошло вечером в среду. Поиски осложнялись темным временем суток. Утром в четверг спасатели обнаружили тело рыбака и передали правоохранителям. На воде опасен тонкий лед, а вот на суше сухая трава. Снег сошел, и в регионе начались палы сухой растительности. Только за минувшие сутки огнеборцы выезжали 7 раз на такие вызовы. 4 возгорания зафиксированы в Иванове и по одному в Шуе, Тейкове и Фурмановском районе. Как правило, это следствие неосторожного обращения с огнем, либо намеренный поджог. Пожарные отмечают, что необдуманные действия могут привести к более серьезным лесным пожарам, либо к пожарам в жилых домах и хозяйственных постройках, которые находятся в опасной близости от горящей травы. А вот в Иванове на маршруте загорелся троллейбус. Это произошло около областной больницы. У пассажирского транспорта воспламенился механизм токоприемника. Водитель быстро высадил всех пассажиров, забрался на крышу рогатого и самостоятельно погасил пламя из огнетушителя. Никто не пострадал. В среду вечером у деревни Кривцово Ивановского района столкнулись кроссовер «Форд Куга» и «Лада» 14-й модели. Водитель иномарки совершал левый разворот. Отечественный автомобиль в этот момент ехал по встречной полосе. Все участники аварии живы. Отделались лишь ушибами и ссадинами. На обоих составлены административные протоколы. На водителя «Форда» за разворот в неположенном месте и за то, что не пропустил ВАЗ. На водителя «Лады» за то, что не имел страховки на автомобиль. На сайте Ивановской администрации опубликованы проекты ремонта проспектов Ленина и Шереметьевского. Это не окончательный вариант, но уже понятно, что в некоторых местах предполагается реорганизовать движение. Планируются новые пешеходные переходы, островки безопасности, перенос остановок. Некоторые подробности в нашем материале. Один из участков, где в ходе реконструкции будет достаточно серьезно реорганизовано движение, это перекресток двух проспектов с улицы 10 августа. Согласно опубликованному проекту, тут появится сразу несколько островков безопасности. Во-первых, они будут разделять транспортные потоки. Во-вторых, служить островками для пешеходов. Ведь здесь хотят обустроить 2 дополнительных перехода. Еще один через улицу 10 августа и через проспект Ленина. А вот зебру через Шереметьевский проспект у первого дома уберут. Рассматривается, но пока так и не утвержден окончательно, вариант с установкой на этом сложном перекрестке светофорного комплекса. Проектной документацией также предусмотрены разных размеров островки безопасности на нескольких участках Шереметьевского проспекта. Но не факт, что все они будут построены. То же касается и реконструкции проспекта Ленина. Наиболее серьезные изменения коснутся площади Пушкина с выездами на улицы Жарова и Почтовую. Там появятся направляющие островки для организации транспортных потоков. Кстати, остановку со стороны Троицкого сквера хотят перенести ближе к Почтовой улице. Предположительно, будут перенесены и остановки в районе моста на Шереметьевском проспекте, с обеих сторон поближе к подмостовому переходу. Реконструкцию двух крупнейших магистралей города пока не комментируют. Окончательные варианты станут известны позднее. Сейчас можно ориентироваться только на опубликованные проекты. Нет сведений, когда именно стартуют ремонты. Предполагается, что Шереметьевский точно не будут перекрывать до окончания майских праздников. Согласно контрактам, работы должны начинаться с даты заключения, а все они были заключены еще в конце марта. Татьяна Прокопенко, Владимир Хмелев, телекомпания «Барс». В Иванове возобновился ремонт Лежневской улицы на участке между проспектами текстильщиков и строителей. Сейчас ведется фрезерование асфальта. Напомним, реконструкция этой магистрали разбита на несколько этапов. Сначала был обновлен въезд в город до проспекта текстильщиков. Прошлой осенью работы начали вести дальше. До зимы подрядчик менял ливневую канализацию. Перекрывать движение не пришлось. Использовали методы прокола и санации труб. В этом году начались работы по замене асфальта. Полностью ограничивать проезд транспорта не будут, но частично перекрытия не избежать. Здесь сделают новую подушку, положат несколько слоев дорожного покрытия, восстановят тротуары. Проект предполагает и монтаж островков безопасности, а неухоженную рощу перед московскими домами и торговым центром обещают превратить в благоустроенный сквер. За кольцевой перекресток пока браться не будут.
Вот этот участок, о котором мы говорим, он кольцо не включает. Мы дальше посмотрим, сейчас же работы ведутся по проектированию, и если будут мощности у подрядчика, если возможно будет перешагнуть кольцо и пойти дальше в сторону следующих улиц, то, конечно, мы это сделаем. Объект на несколько лет, и, конечно, мы заинтересованы в том, чтобы как можно быстрее его завершить. На смену гололеду и лужам пришла пыль. В мэрии рассказали, от смета город убирают ежедневно. Пущены в ход и поливы моечные машины. У Дарьи Костиной все подробности. Гололед, потоп, теперь пыль в городе. Она всегда, каждую весну бывает пыль. Всегда. Поэтому на улице везде пыль, ветер идет и пыль идет. Всегда. Да кольцо, снег только сошел недавно. Я вот тут... Не сказал, что пыль есть. По тротуарам, на дорогах видно. Хотя я вчера видел то, что чистили пыль. Вот часто хожу, именно гуляю. Не люблю транспортом пользоваться, поэтому пыль часто встречаю. Но вот вчера видел, чистили. Не замечаю. И пыльно не мешает, да, в глаза не слипается, обувь чистая. Да, вот видите, мы стоим с вами. Все светло, небо голубое. Все светло, все хорошо. Чаще машину приходится мыть и прибираться в квартире. Особенно, когда если ветер посильнее, то задувает и в окна, и ну, везде. Машину часто моем. Грязно очень. Обувь грязная. Ходить неприятно. Задыхаемся. Аллергические реакции часто у народа, у людей появляются. Не убрали вовремя. Песком посыпали, а вовремя не убирают. Убирают, говорят в мэрии. Заявляется, работы по очистке города от смета ведутся с 27 марта. Каждый день в них задействованы минимум 3 бригады. Рабочие убирают песок из прилотковой зоны, загружают в погрузчик 3 в одном, затем самосвалы вывозят его на спецполигон. В зимние периоды на улицах города было применено порядка 24 тысяч тонн песко-соляной смеси, которая содержит 80% песка. Большая часть этого песка была вывезена зимой во время вывоза снега. Однако часть осталась, и вот в настоящее время и ручным способом, и механизированным производится вывоз этого песка из города, с улиц города. С ночи четверга, отмечают в мэрии, по городу ездят поливомоечные машины. Работы по уборке сосредоточены на центральных улицах и на маршруте проведения первомайской эстафеты. Дарья Костина, Владимир Хмелев, телекомпания «Барс». Чтобы заменить трубы, порой не нужны экскаваторы и не надо вскрывать грунт. В Иванове специалисты водоканала приступили к замене коммуникаций бестраншейным способом. Для этого используется специализированная техника, которая в регионе пока в единственном экземпляре. В чем же преимущество бестраншейного метода, решил оценить Владимир Еремин. Никаких экскаваторов и мощной спецтехники. В основном ручной мужской труд. Все действия проводятся исключительно под землей. Однако сам процесс прочистки канала больше напоминает работу стоматолога. Специальное устройство, в нашем случае это колодезный разрушитель, буквально протаскивает старые отверстия и устанавливает новую пломбу. Но не из полимерных материалов, а из полиэтилена диаметром в 150 мм. С этого года технологию начнут применять также для замены ветхих участков из чугуна. Куски из труб собираются как конструктор, один накручивается на другой. За смену можно обновить более 25 метров. Преимущество бестраншейного метода очевидно. Работа происходит без вскрытия дороги и нарушения благоустройства участка. Труба укладывается по старому каналу, и монтаж не требует специальной подготовки сотрудников. Полиэтилен – материал легкий, эластичный и прочный. Он также устойчивый к движению грунта, перепадам температур и коррозии. Кроме того, в процессе замены коммуникации водопровод и канализация в многоквартирном доме функционируют в обычном режиме. Каких-либо неудобств жильцы не испытывают. Все сточные воды забирает и лосос. Сложности заключаются только тогда, когда колодец сам не бетонный, а кирпичный. Приходится ставить дополнительные упоры, чтобы колодец не разрушился, а так никаких сложностей. Немаловажная деталь в бестраншейной замене коммуникации – колодезный разрушитель. Он представляет из себя стальной нож. Согласно концепции, разрушитель устраняет все препятствия на своем пути и выполняет без преувеличения главную работу в условиях повышенной сложности. Асбест и керамика использовались в 60-е и 70-е годы. Они уже свой срок отслужили. Плюс к этому есть еще так называемые аварийные участки, где переломы труб и не только. И при помощи данной технологии мы можем устранить эту аварию и заменить на новые пластиковые трубы.
Новый трубопровод даст возможность увеличить пропускную способность участка, снизить его аварийность, а значит повысить надежность работы канализационной системы. Пока работы идут на аварийных участках южной части Иваново, в частности на проспекте Текстильщиков. Затем перекладывать будут на улицах Лежневской и Куконковых. Всего в этом году планируется таким способом переложить порядка 1,5 километра канализационных сетей. Владимир Еремин, Григорий Мартьянов, телекомпания «Барс». Ну а сейчас короткая реклама. Оставайтесь с нами, вот о чем узнаете во второй части выпуска. Новый ФАП с прежними душевными приемами. У нас фельдшер добросовестный, ответственный, и с любым вопросом мы идем. Мы расскажем, как в Лежневском районе обновились деревенские медпункты и рады ли здесь такой модернизации. Горячая вода есть, ну вообще вода есть. «Влюбленный Журден» в Ивановском драматическом театре – премьера по пьесе Мольера в переводе Булгакова. Первый показ спектакля в спектакле пройдет 8 апреля. Быстрый интернет до 500 мегабит в секунду. Кабельное телевидение, телефония, видеонаблюдение. Умный домофон для дома и бизнеса. Интеркомтел. Звони и подключайся. 939393. Вы смотрите программу «Губерния». Мы продолжаем выпуск. В прошлом году в Лежневском районе построили 3 новых ФАПа. С осени они начали работу, в том числе и фельдшерский пункт в Сабинове. Он обошелся в 4 с лишним миллиона рублей. Местный фельдшер радуется новым условиям работы, а пациенты идут в ФАП лечить не только тело, но и душу. Наталья Сергеева подробнее о душевных приемах. Здравствуйте. Здравствуйте. Проходите, присаживайтесь. У меня что-то голова что болит сегодня. Голова болит. Давайте давление померяем. Сегодня давление у Надежды Дранишниковой за 145. Консультируется, плюс берет направление на анализы. Вообще-то сюда не собиралась, говорит, мимо шла. Но как же не зайти к любимому фельдшеру на душевный прием? У нас фельдшер добросовестный, ответственный. И с любым вопросом мы идем. Иногда даже... Честно сказать, прежде чем в Лежнево съездить, мы идем, посоветуемся, как, что. Она даст всегда анализы. В Сабинове жители считают, что с фельдшером им повезло. С ними она уже 13 лет. Раньше принимала вот в такой старенькой пристройке. С ноября 22 года работает в новом модульном ФАПе. Все такое чистенько, все такое беленькое. Горячая вода есть, ну вообще вода есть. Сигнализация, пожарная, как бы охрана. Ну все как бы вот цивильненько так вот. Ну в том медпункте у нас было как бы не очень хорошо. Фельдшер рассказывает, что работает круглосуточно, это без шуток. Одна звонит в 12 ночи и спрашивает, как похудеть, другая в 4 утра уточнить, когда будут результаты анализов. Она здесь порой и скорая помощь, и психолог, и вообще опора. В зоне обслуживания 7 деревень. У нас население 357 человек, у нас 36 деточек, рождаются каждый год 1-2 ребеночка. Вот. То есть мы здесь их тоже смотрим? Наблюдаем их, смотрим, патронажи ходим, прививки делаем, малюсечка. Фельдшер говорит, далеко ходить не приходится. Радиус обслуживания 7 километров. Выделяет машину. Новый ФАП оборудован всем необходимым здесь. Берут анализы, делают прививки, ставят капельницы. Одеяло, носилки с подогревом, дефибриллятор, глюкометр, детский тонометр, секундомер. Тут все прям такое хорошее. Пригождается? Да. В фельдшерском пункте есть интернет и установлено оборудование, чтобы проводить телемедицинские консультации. Посмотреть, как работает новый ФАП, приехала Светлана Москвина. Узнает, насколько востребовано дистанционное обращение к специалистам. Если пациент к вам приходит, вы понимаете, что ему нужна консультация врача. А вы с врачом связываетесь самостоятельно или все-таки пациентом управляете в Лежневскую ЦРВ? Скажите, по-разному. Как... Ну вот если честно, то тогда по-разному. Вот, например, если ему нужна вот срочно, вот сейчас, сию минуту консультация, значит, я могу ей позвонить на личный, на рабочий телефон, на любой. И мы обговорим ситуацию, как в дальнейшем нам действовать именно с этим человеком. Возможность онлайн-связи сейчас есть во всех новых ФАПах Лежневского района. Модернизацию первичного звена здесь планируют продолжить. В ближайшие годы мы планируем еще приобретение мобильных конструкций амбулатории село Новые Горки, врачебной амбулатории, офиса врача общей практики в село Шилыково,
и капитальный ремонт детского поликлинического отделения поселка Лежнево. Насколько это обозримое будущее? 24-й год планируем, что все, мы завершим все работы и успешно запустим эти учреждения. На нехватку специалистов местные не жалуются. Два раза в неделю приемы ведет главврач Лежневской ЦРБ. Она невролог. Раз в месяц приезжает мобильный медицинский комплекс. Жители деревень на маммографию и флюорографию в поликлинику райцентра постоянно отвозят специальный санитарный транспорт. К слову, эту технику для исследований в будущем году тоже будут обновлять. Наталья Сергеева, Максим Шишкин, телекомпания «Барс». После публикации на нашем сайте «Иваново Ньюс» и выхода репортажа прокуратура провела проверку и внесла представление управляющей компании, которая не содержала должным образом многоквартирный дом. Речь идет о 46-м доме на 2-й лагерной улице в Иванове. Напомним эту историю. Съемки сделаны в конце марта этого года. У трехэтажки полностью оголился каркас крыши. Стали выпадать кирпичи. Сначала на балконы, потом у входа в подъезд. Жильцы отмечали, рядом находится остановка общественного транспорта, а еще часто гуляют дети. Причина полураспада – фасад в протекающей кровле. Ее капитальный ремонт был запланирован на 22-й год. Однако дом исключили из программы, но аварийным так и не признали. Результат рассмотрения представления прокуратура взяла на контроль. Полоумный и влюбленный Журден в Ивановском драматическом театре премьера по пьесе Мольера в адаптации Михаила Булгакова. Первый показ спектакля в спектакле состоится 8 апреля. Подробности о постановке расскажет Марина Зенина. Ставить спектакль по пьесе «Мещанин во дворянстве» начали в феврале. О Мольере в Ивановском драматическом театре мечтали давно. За основу взяли пьесу Михаила Булгакова «Полоумный Журден». Писатель адаптировал язык французского драматурга 17 века для зрителя 20-го. Сократил балетные врезки и использовал прием театра в театре. Мы вначале видим актеров, потом они входят в образ мольеровских актеров, ну или условных каких-то актеров, появляющихся из ниоткуда, а потом эти актеры исполняют перед нами мольеровский фарс. И сами начинают вживаться в роли, и уже роли ими управляют. В комедии есть мотивы других пьес Мольера и булгаковская мистика. Зрители увидят театральное братство и театральную кухню. В спектакль специально включили нового персонажа – суфлера. Он сидит в зале и подсказывает актерам роли. По сюжету главный герой – женатый мещанин Журден, влюбляется в женщину высшего сословия и теряет голову. Прекрасный рис, сердце мое в крови, я погибаю от любви. Журден хочет стать дворянином, и свою дочь Люсиль также намерен выдать за представителя высшего сословия. Только вот в нее уже влюблен Клеонт. Молодой человек также готов на многое ради своей возлюбленной. Он идет наперекор своим принципам и соглашается на авантюру, которую предлагает его слуга. Хотя изначально он как бы против авантюр, он за честность, он за справедливость, но ради любви готов и поступиться, наверное, какими-то своими принципами. Любовная линия распространяется и на слуг. Кавьель, слуга Клеонта, испытывает нежные чувства к помощнице Люсиль, Николь. Он настоящий заводила. Вместе со своим господином придумывает, как обмануть желающего стать дворянином Журдена. Такой мотор, весь в беготне, весь в придумках. Такой персонаж очень похож на Труффальдино из Бергамо. Таких ролей у меня не было. И это такой интересный опыт. И не знаю, но пока все вроде как нравится, все хорошо. Балета такого, как у Мольера, в спектакле не будет. Но есть хореографические номера. Музыка сборная, две песни написали специально для влюбленного Журдена. Премьера спектакля состоится 8 апреля. А 9-го будет бенефис актера, исполняющего главную роль, Дмитрия Бабашова. В этом году он отмечает 50-летний юбилей. Марина Зейна, Григорий Мартянов, телекомпания «Барс». Ну а сейчас несколько слов о погоде на предстоящие сутки. Лечение корневых каналов и восстановление зубов под контролем операционного микроскопа. Экспертно и качественно. Стоматология «Здравушка». 90-30-30. В пятницу в регионе нас ждет ясная солнечная погода. Температура воздуха днем 4-6 градусов выше нуля. Ветер восточный 3-5 метров в секунду. Атмосферное давление в норме составит 760 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха 46%. В наступающие выходные дни синоптики прогнозируют незначительное потепление и никаких осадков.
Сразу после выпуска новостей смотрите объявления в городской хронике. Интересные истории, видео и фотосообщения вы можете направлять на наши редакционные мессенджеры. Вайбер и Телеграм. Номер вы видите на экране. Присылайте свои темы через наш сайт Иваново Ньюс или звоните по телефону горячей линии 58 77 77. На этом выпуск завершен. Я с вами прощаюсь. Удачи!